Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Аминь. Мы решили озвучить и показать толкование на Новый Завет. Просят люди, удобнее слушать. Вперед. Номер 10. 1 Иоанна, 1 глава, 9-10 стихи. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Толкование. Блаженного Феофилакта. Апостол повторяет несколько раз свою речь, дабы через обильное и частое обличение представить им всю тяжесть преступления и преклонить их к исповеди. Сколь великое благо рождается от исповеди, видно из следующих слов. Говори ты грехи свои, чтобы оправдаться. Исаия 43:26. А что для начинающего ученика? Учитель часто повторяет одно и то же, сначала кратко, потом пространнее, чтобы сообщить познание яснейшее. Это дело обыкновенное. Бог, говорит апостол, верен. Это то же, что истинен. Ибо слово «верен» употребляется не о том только, кому вверяют что-нибудь, но и о том, кто сам весьма верен, кто собственной своей верностью может и других делать такими. В таком смысле Бог верен, а праведен Он в том смысле, что приходящих к Нему, как бы ни были они грешны, не прогоняет. Иоанна 6:37. Итак, тем, которые через покаяние прибегают к святому крещению, Он, несомненно, прощает грехи, хотя бы они согрешили против Него и против других. Если, говорит, исповедуем, то получим соответствующие исповеди прощения. Если же бесстыдно скажем, что мы не согрешили, то совершим двоякое зло. Покажем себя лжецами и изрешим хулу на Бога. Ибо Он говорит через пророка, Псалом 34:12, «Воздают мне злом за добро». И сам лично, Иоанна 18:23, «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня». Если и при этом мы говорим, что не согрешили, то отвергаем Его слова, которые суть дух и жизнь. Ибо сказано, Иоанна 6:63, «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». 1 Иоанна, 2 глава, 1-2 стихи. Впереди говорит, исповедуем грехи наши. Тут вопрос стоит так, как исповедуем? На исповеди, как у православных, у католиков принято? Или пред всем народом приходили и исповедовали грехи свои? Тогда было, что исповедовали перед всем народом, говорили. Где бы он каждого накрывал, там расспрашивал, и каждый перед Богом открывал. Как правильно? Как правильно. Сегодня, видишь, некоторые делают много грехов, если человек, то едут по монастырям, один в одном месте один грех исповедует, чтобы в обморок не упал, который исповедует, в другом монастыре другой грех, и вот так вот, а тоже запрещается. А можно ли менять духовного отца? Не разрешается. Ну, как лечащий врач, домашний врач. А вот он умер наш, теперь что другому-то? Советуют, не обязательно, но советуют. Заново рассказывать, если ты не можешь избавиться, то другого. А если уже все забыто, к этому возврата нет, то зачем его трогать-то? А бывает, человек умер, его духовник, и новый теперь умер, раз тот. И надо ли исповедоваться? Если ты все еще борешься с грехом, надо. Если все борешься. Тут понятно так. Ну, как принято в данной ситуации, видимо, так и надо. Пойти сегодня на открытые, я думаю, никак нельзя. Видимо, раз там нет нигде, ни у католиков, ни у кого нету. Боятся. Пошли дальше. Так, 1 Иоанна, 2 глава, 1-2 стихи. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Толкование блаженного Феофилакта. Апостол, зная, что природа наша непостоянна и греховна, что влечение к злу мы имеем, всегда носим в себе, что завистник дьявол
препятствует своими сковами спасению нашему. Что посему и примирившиеся уже с Богом через исповедь, если живут невнимательно, не избегнут греха, внушает теперь, что если мы и пали после прощения грехов наших, то не должны отчаиваться. Ибо если обратимся, то можем и опять получить спасение через посредничество Господа Иисуса Христа. Потому что Он, ходатайствуя о нас пред Отцом, умилостивит за наши грехи. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Апостол сказал это потому, что писал иудеям. Сказал для того, чтобы показать, что благотворность покаяния не ограничивается только ими одними, но простирается и на язычников. Или что обещание это относится не к одним только современникам, но и ко всем людям последующих веков. Иисуса Христа Он называет ходатаем за нас, умоляющим или уговаривающим Отца. Это уподобление Бога человеку употребляется с особенной целью, как и следующие слова. Иоанна 5:19. «Сын ничего не может творить сам от себя». Последнее сказано для того, чтобы не сочли его богопротивником. А что и сын имеет власть отпускать грехи, это он показал на примере расслабленного. Евангелие от Матфея 9:6. Также, когда дал ученикам власть отпускать грехи, ясно показал, что он дает такое право самовластно. Но апостол, как мы сказали, говорит так теперь с особенной целью. Именно представить, что Сын имеет одно естество и одну силу с Отцом, и что действие одного из трех пресвятых лиц общее и прочими лицами. 1 Иоанна 2:3. Вот сколько объясняет это, что он равен, то другое. 1300 лет, 2 миллиарда мусульман никак этого принимать не могут. Вообще, послание к Риму, это как, объясните как, а это испортили, и все так, только же так. А почему теперь, когда вы все это отрицаете, вы не испортили? Они испортили. Ну, посмотри, в первом веке так было. Испортили специально, и люди шли и не чувствовали никого. Ну, то есть совершенно никакое объяснение. Почему? Сатана. Сатана мозги, говорит, запудрила. 1 Иоанна 2:3. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Толком. Мы не знаем, а узнаем. Узнаем. Толкование. Писали бы ее, вот я здесь поставил ее, сразу видно, ударение на ее всегда делается. У блаженного сего мужа в обычае употреблять одинаковые слова для обозначения разных предметов. Как, например, в стихе Евангелия от Иоанна 1:10. «В мире был, и мир произошел через него, и мир его не познал». Так и теперь он употребляет слово «знать» в разных значениях. Ибо словом «знать» выражается и знание чего-нибудь, и весьма тесное знакомство с кем-нибудь. Такое значение в словах 2 Тимофея 2:19. «Познал Господь своих». И 2 Коринфянам 5:21. «Не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех». 1 Иоанна 2, 4-5. «Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истина любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем». Толкование. И от противного подтверждает тоже, употребляя самое полное доказательство. 1 Иоанна 2:6. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Толкование. Совершенная любовь, говорит, доказывается делами. Но как бывает, что иной, по видимости, правильно и точно соблюдает заповеди, а внутреннее его расположение нечисто? Почему он далек от Бога? Почему он далеко от Бога? Почему он далеко от Бога? То апостол и говорит, что присвоившийся Богу должен жить так, как требует близость к Богу. То есть внешнее исполнение может быть, а внутреннее он не расположен. Просто так все и я так делаю. 1 Иоанна 2:7. «Возлюбленные,
Пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Толкование. Говорит, что близость или любовь к Богу прежде всего узнается из любви к ближнему. Ибо невозможно, чтобы освященный познанием Бога и исполненный любви к Нему имел тьму ненависти к брату своему, потому что свет и тьма в одно и то же время, в одном и том же предмете не могут быть вместе. Посему освященный любовью к Богу и имеющий Бога и по отношению к брату имеет свет, который возжигается от любви к брату. И кто говорит, что он любит Бога, между тем ненавидит брата, тот находится в постоянной тьме. У того разумные очи всегда помрачены, потому что он утратил свет общения с Богом и с братом. Он не узнает уже и того, что для него самого может быть полезно. 1 Иоанна, 2 глава, 8-11. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Ну, свет ослепляет, но не тьма. Ошибся, наверное, Иоанн пишет. Тьма ослепила. Оказывается, и тьма может ослепить человека. Так тут выход какой нашел сатана? А это я ненавижу не брат. То есть вчера был брат, а сегодня что-то там сделал не так или показалось сделал. Я его ненавижу. Да брата, так это не брат, это враг. Я ненавижу врага. А где ты нашел, что ненавидеть врага? Врага любви написано тоже. Вот на меня сегодня заходит один. Такое ругательство. И за что? Ну ничего нету. Там о жителях Потеряевки говорится. И жидовская, и падла, и матерками их кроет. И за что? Не знает. Почему? Я знаю, он причащается часто. Я ответ знаю. Он часто исповедуется, часто причащается. И он веру защищает. Православную. А что? Я ему враг. Он не встречался, не беседовал, но он причащается. Через причастие, когда это сатана влазит с углем в рот. Житие Макария Александрийского за 19 января. Я знаю, откуда это идет, ненависть. Толкование. Так как это послание соборное, писано обще ко всем, к иудеям и к язычникам, то по отношению к иудеям можно сказать, что апостол пишет им заповедь о любви не новую, а древнюю. Ибо и на скрижалях Моисеевых написано было: «Люби после Бога и ближнего своего, как самого себя». Ну и тоже, а это не ближний, кого я ненавижу, это не ближний, потому что он враг мне. То есть вот как объясняется это. Заповедь есть, но теперь перевернул и все. Так вы же родные даже, братья, родные. Ну и что, родные, был брат, он не брат. Ну а кто? У нас ничего общего нет. Он зато вот говорит, и за это ты ответишь. Земля общая. Адам, отец у нас общий. Одна та же кровь, одни и те же хромосомы, как говорят. И ты посмотри, воздух один. Все у нас общее, небо одно, а ты говоришь, ничего общего нету. Даже это надо понимать, во внимание брать. А не то, что общее, мы на одной работе работаем или в одном доме живем. Так, это относится к Левитам 19:18. Но как, скажет иной, по отношению к язычникам апостол пишет о древней заповеди, когда нигде ничего такого у них не находится? Отвечаем. Закон о любви к ближним написан и у язычников. Как так? Он написан у них на скрижали сердца, естественными помыслами. А что помыслы, насажденные в нас с природой, называется естественным законом, в этом может удостоверить апостол Павел, который говорит Римлянам 7:23. «Вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего». Итак, и язычники приняли закон или заповедь древнюю, так как сама природа предписывает нам быть кроткими друг к другу и ко всему сродному. Вследствие сего человек есть животное общественное, а это невозможно без любви.
В древних историях написано даже много свидетельств о людях, которые умирали за других. А это есть знак высочайшей любви, как объяснил Спаситель наш, говоря, Иоанна 15:13. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Поскольку же заповедь о любви ближним дана была и иудеям, и... Слава Иисусу Христу! И язычникам, то апостол и говорит, что при древней заповеди, которую вы слышали о любви к ближнему, пишу вам еще новую заповедь, которая истинная в том, кто присвоил вас Богу через общение с Ним, и вас, которые вступили в общение с Ним. Ибо Он говорит, Иоанна 12:46, «Я свет пришел в мир». Истинный свет, по слову Его, уже светит, а во свете нет тьмы. Пусть же светит истинный свет любви в истинном, нелицемерном расположении к братьям, и тьма ненависти пройдет, то есть исчезнет, ибо такое значение придает слову 1 Коринфянам 7:31 «проходит». И апостол Павел, когда говорит, ибо проходит образ мира сего. 1 Иоанна 2:12. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Толкование. Сказав, что пишет им новую заповедь, апостол обозначает и расположение тех, которые примут его послание. Обозначает теми степенями, которые бывают при возрастании телесном. Ибо он знал, что не все примут слова его с одинаковым уважением и вниманием. Но одни примут поверхностно, как дети, которым он и усвояет прощение грехов через веру в Иисуса Христа. Другие примут, как достигшие в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Ефесянам 4:13. Так что могут быть для других отцами. Таким приписывает познание сущего от начала. Кто же это, как не Слово Божие, которое и вначале было у Бога? Иоанна 1:1. Иные примут, как юноши. Им, как цветущим и полным, приписывает честь победы над бесчестными страстями. Потом снова повторяет то же самое в другом порядке, применяя учительное слово свое к мере духовного возраста. Так как я, говорит, знаю, что примете вы послание мое к вам по различию возрастов, то необходимо и мне соразмерять учение свое с расположением возраста вашего и с одними из вас беседовать как с детьми, познавшими отца, то есть Бога, с другими как с отцами, которые имеют познание большее, нежели дети. Именно, познали не только то, что Он Отец, но и то, что Он от вечности и неизъясним, ибо Он был от начала. Таковым нужно и совершеннейшее учение о Боге. С иными, как с юношами, сильными и способными к борьбе и подвигам. Воздавая последним славу победы, показывает, что им и речи нужны отважные и воинственные. Комментарий Игнатия Лапкина. Великий и самый плодовитый толкователь Священного Писания, святой Иоанн Златоуст, много говорит о награде, какая ожидает проповедующего Слово Божие. Независимо от того, обратится ли кто через благовестие проповедника или нет. И даже более того, он логически доказывает, что награда в небесах будет больше у того, через проповедь которого никто не обратится. Он говорит, что Бог вознаграждает человека за труды, за его ревность, за его старание, за тот посев, который он делает. А обратится ли кто, это от человека не зависит, потому что это действие благодати обращающей, и она полностью во власти Божией, и не зависит от нашего участия в ней. В проповеди о Христе участвует благодать призывающая, и в ней соработником выступает проповедник. И вот за этот труд он и получает награду, независимо от видимого результата. 1 Коринфянам 3:7-8. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий.
Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Если же кто-то уверует и раскается в прежней греховной жизни и примет Христа, уверует в Него как в своего Спасителя, то проповедник в этом обращении уже получает награду – радость, ибо радость о кающемся бывает и на небесах. То есть часть награды за свой труд, радость, он получает уже здесь, на земле. Но что до того, говорит златословесный учитель, пусть моя радость на небесах будет меньше, только бы вы обратились здесь, только бы вы примирились со Христом, омывшись Его пречистой кровью. Мы не знаем, все ли примут слова наши с одинаковым уважением и вниманием. Поэтому будем ревностны в проповеди, во всем доверяясь нашему Спасителю, чтобы Дух Святой коснулся сердец слушателей, дабы Господь и Иегова принял их в свои вечные обители. 1 Иоанна 2:13. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Толкование. Дети, те, кои погрешают по незрелости и неосновательности детской. Почему апостол и говорит им, вы удостоились прощения, когда вам довелось познать, что благ Господь ко всем и щедроты Его на всех делах Его. Псалом 144:9. Отцы, те, кои с преспеянием в возрасте получили познание сущего от начала. Юноши, те, которые по своей зрелости искусно могут и готовы носить знаки победы над неприятелями. Иоанна 2:14. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Толкование. Эти самые имена от возраста апостол выше приноровил к нравственному учению, а теперь повторяет от расположения, не прерывая своего наставления. 1 Иоанна 2:15. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Толкование. Применив учение к возрастам духовным, апостол присовокупляет увещание. Не любите мира. Это говорит как бы детям, ибо дети всегда трепещут от радости пред тем, что кажется приятным. Чтобы ты не разумел под миром совокупность неба и земли, апостол объясняет, что такое мир и находящиеся в мире. И, во-первых, под миром разумеет порочных людей, которые не имеют в себе любви отчей. Во-вторых, под находящимся в мире разумеет то, что совершается от похоти плотской, что, действуя через чувства, возбуждает похоть. Ибо под очами, главным орудием из чувств, он подразумевал и остальные чувства. Под похотью же разумеется всякое зло, прелюбодеяние, пьянство, неприличные любезности, убийства. Совершаются ли они из корыстолюбия или для уничтожения соперников? Коварство, под которым нужно разуметь и всякое противодействие. Вообще все враждебное Богу, а нами совершаемое через похоть плотскую. 1 Иоанна 2:16-17. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Толкование. Мы сказали уже, что миром апостол называет порочных людей. Как и Господь говорил ученикам, вы не от мира, как и я не от мира. Иоанна 15:19-17:16. Отец же из сего мира, то есть мирского сладострастия и нестроения, дьявол. Поэтому и Господь говорит об учениках своих отцу.
Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Иоанна 17:15. То есть мира, о котором и в другом месте, 1 Иоанна 5:19, говорит апостол, что он во зле лежит. Иначе, если злой противоположен благому отцу, а служащий похотям мира не от отца, но от мира, очевидно, что кто не от отца, но от мира, тот от дьявола. Так и в Евангелии говорится иудеям, ваш отец дьявол. Иоанна 8:44. То есть у вас наклонности плотские, которые сеет и возвращает дьявол. Возращивает. Тут главное, что всегда берут. Ваш отец дьявол, сказал Христос евреям, поэтому у них отец дьявол. Потому что евреям сказал. Так все остальное, это тоже евреям сказано. И спасение, и кровь пролил за них. Значит, тогда к нам ничего не относится. Тогда просто мы находимся язычниками. А тут уже 100% с дьяволом. И эти мирские похотения непродолжительны и непостоянны. А что совершается по воле Божией, то продолжительно и вечно. Но благоразумным не свойственно обегать постоянное и хвататься за мгновенное. Ибо поступать так значит то же, что строить дом на песке. 1 Иоанна 2:18. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Толкование. Легче объяснить так, поскольку соборное послание направлено ко всякому человеку, а предел жизни не для всех один. Собственная же кончина никому не известна, то апостол прилично напоминает каждому о его кончине, чтобы каждый чувствовал, что наступает последнее время его жизни, и непрестанно был трезвен, и чтобы таким образом все христиане всегда проводили жизнь непорочную и совершали дела чистые. Иное объяснение, смеяться над которым было бы неуместно и безумно. Всякая вещь может быть разделена на три части – начало, середину и конец. Без сомнения, нет ничего несообразного назвать концом все то, что следует пост далее середины. Посему, если Господь пришел в середине 10 тысячелетий, ибо Его пришествие на землю было почти в 5500 году от творения мира. На самом деле 5508. То все следующее за сим время, без всякого спора, может быть названо последним. И как порядок тысячелетий пришествие Господне переступил за середину, то все последующее за ним время прилично можно назвать последним. Истинность такого объяснения принимает Иоанн Златоуст. 1 Иоанна 2:19. Значит, расчет идет никак. Там другие рассчитывают, что неправильно идет. Все это неправильно. У Иоанна там свод Иоанна Грозного. Правильно. Вот стервика по этим все балуются. 1 Иоанна 2:19. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что они все наши. Толкование. Он как бы сам себя спросил, откуда эти антихристы? И ответил, они от нас. Так, следовало бы сделать, но он поступил не так. Быть может, для того, чтобы слитностью речи показать неприятность, возбуждаемую ими. Для чего же антихристы из учеников Господних? Для того, чтобы иметь доверие от обольщаемых, чтобы обольщаемые думали, что они, как из числа учеников, проповедуют учение по мыслям учителя. Они совершенно противны его проповеди. Посему, говорит, вышли от нас. То есть, хотя были учениками, но отстали от истины и выдумали собственные хулы. Не были наши, то есть из части спасаемых. Ибо в противном случае они остались бы в союзе со своими. Теперь же они вышли от нас, чтобы сделалось явным, что они совершенно стали чужды нам. Есть между ними и такие, которые и не от нас,
но которым присоединились вышедшие от нас. Ради них-то апостол и сказал: «Не все от нас». Комментарий Игнатия Лапкина. Сколько сегодня проповедей говорится и пишется в епархиальных и мирских изданиях, но исключительно мало пишется в согласии со Словом Божиим. И когда приходится спросить авторов, откуда вы это берете, почти всегда в ответ агрессивный крик: «Ты за собой смотри, иди к своим баптистам, а нам не указывай». Такой ответ есть лучшее доказательство, что сам автор написанного и написанное им, не знающим Библии, и сказанное не от Бога. 1 Иоанна 2:20-25. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий отца и сына. Вы всякий, отвергающий сына, не имеет и отца». Вот тебе и мусульманство все. «А исповедующий сына имеет и отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в сыне и в отце. Обетование же, которое он обещал нам, есть жизнь вечная». Толкование. Чтобы после того, как апостол высказал предшествующее, кто-нибудь не подумал, что он усвояет знание этого только себе одному, и потому хвалится им перед прочими верующими, он прилично прибавляет: «И вы имеете помазание». Помазание. Он как бы так говорит: «Ну что я рассуждаю об этом с вами, как будто вы не знаете сего». Нет, вы сами знаете это, ибо при святом крещении вы приняли освященное помазание, и через оное Святого Духа. Если же так, то знайте, что я написал вам об этом не как не знающим, но как знающим, что теперь последнее время, что сильно действуют антихристы, что все полны лжи. Так как умножилась ложь, то и сказал я, что появилось много антихристов. Ибо если Христос есть истина, Иоанна 14:6, и вы, познавшие Его, имеете истину в себе, то, очевидно, лжец, противящийся истине, то есть Христу, есть антихрист. А кто лжец? Тот, кто говорит, что Иисус не Христос. Так, прескверный Симон пустословил, что иной Иисус и иной Христос. Иисус, родившийся от Девы Марии, а Христос, нисшедший с неба на Иордан. Итак, кто соглашается с этой ложью, тот антихрист. Лжец же и антихрист, и тот, кто отвергает отца и сына. Ибо иные еретики, из которых выродился проклятый Валентин. Ой, даже не родился, а выродился. Это не осуждает, это не считается. Почему? Это соответственно тому, что есть. Не надо тут сюсюкать. Говорили, что иной отец безымянный и иной, называемый отцом Христа. Сии же самые отвергают и сына, когда говорят, что он простой человек, а не Бог по естеству. Бог от Бога. Поэтому апостол присовокупляет: всякий, отвергающий сына, не имеет и отца. Иудеи, например, отвергают сына и присвояют себе знание отца. Но пусть они знают, что они и отца еще не познали. Ибо если бы узнали его, то узнали бы и сына, потому что он есть отец и сына единородного. Тоже пустословили и единомышленники Симона. Таковы мнения еретиков. Но вы храните у себя то, что слышали от начала. Именно, что Христос есть Бог. Ибо это значит слова: «Вас да пребывает». Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце, то есть будете в общении с Ним, ибо обетование Его таково: «Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Иоанна 17:21.
И еще, да имеет жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. Все. Иоанна 17:3.